Нобелевскую премию по физике в этом году разделят японец Такааки Кадзита и канадец Артур Макдональд. Они обнаружили массу у частиц нейтрино. Это чрезвычайно легкие частицы. Их открыли еще в 1933 году. Изначально считалось, что они не имеют массы, а влияние на них оказывает гравитация и слабое взаимодействие. Как сообщается, открытие было сделано учеными независимо друг от друга на двух детекторах. Как говорят эксперты, оно меняет понимание внутренних механизмов материи и является ключевым для воспринятия Вселенной. Сегодня мне позвонили и сообщили, что я выиграл премию по физике. Я был очень рад.